профессиональным праздником. Хотя военный – это больше, чем профессия. Это образ жизни, образ мысли. Дорогие друзья, а наш концерт продолжают настоящие патриоты. Музыкальная группа, которая главной темой своего творчества, выбрали любовь к родине, русской культуре и спорту. Встречайте, группа «Ярополк». Добрый день, дорогие друзья, вас приветствует музыкальная группа спортивно-патриотического клуба «Ярополк». Встретить вас в этом зале с праздником внутренних войск. Радости всем и каждой семье. Спасибо за то, что вы есть. Первая наша песня будет о величии российского вооружения и силе Русской империи. Сегодня 26 марта 2016 года в очередной раз группа «Ярополк», музыкальная группа нашего партийно-патриотического клуба, дала очередной концерт на 205-летие со дня образования внутренних войск. Понравилась благодарная публика, организаторы и вообще в целом место. Мы приняли, да, решение все-таки в любом случае в следующем году на день образования внутренних войск мы напишем также песню про внутренние войска, потому что у нас есть сейчас про десантников, у нас уже поступил заказ от пограничников и от морской пехоты. Сначала их, потом, конечно, внутренние войска. И совсем скоро выйдет наш альбом. Мы уже почти его закончили. Мы надеемся, он понравится всем, и вы проникнетесь нашей музыкой, нашим творчеством, и просто поддержите нас.